Начнем сегодняшнюю программу с истории про двор дома номер 16 по улице Солнечной. Дело в том, что во дворе этого дома нет ничего. Ни тротуара, ни дороги, ни освещения, ни любви, ни тоски, ни жалости. Зато гора мусора! Оксана Стяжкина расскажет, как люди-то выживают там. Это дом номер 16 по улице Солнечной. Новенький, красивый дом. Но вот только рядом с этим новым красивым домом накопилось очень много проблем. Как говорят активные жители, проблемы копились целых 4 года. Терпению пришел конец, и они решили обратиться на телевидение в надежде привлечь внимание к их бедам. Итак, беда номер один – плохая дорога. А дорогу почему к дому, к нашему подъезду никакого не сделали? Представьте, как же мы должны сюда проходить, вот к нашим домам, согласитесь? Вот, пожалуйста, обратите внимание, вот видите, какая дорога у нас. Вторая проблема – отсутствие тротуаров. Как же ходят дети? Вот между машин пытаются пройти, когда вот такая вот грязь, и здесь тоже происходит. По уши в грязи приходится сразу стирать его. Но самое-то главное, что страшно его тут отпустить между машинами. Третья беда. По пути к дому нет уличного освещения. Вечером подъезжайте сюда, тут вообще ничего не видно. Каким образом идти? Ну и последняя, четвертая проблема – куча мусора возле дома. Вот обратите внимание, застройщик оставил кучу мусора после себя. Мы ее все организованно собрали в кучку. Ну, вывести ее никто так и не смог. Сколько мы тут живем, столько этот куча мусора и лежит. Так, 4 года скоро будет дома, вот 4 года. Тут пришла Наталья, главный инженер от управляющей компании «Союз-43», которая обслуживает этот дом, и рассказала, что от лица компании по многим вопросам они обращались и в администрацию, и в Кировсвет. Но пока результатов никаких нет. Мы обращались в администрацию по поводу уборки мусора, оставленной как раз застройщиком. Администрация сейчас рассматривает данный вопрос уже второй месяц и пока не обнадеживает. По поводу освещения было обращение старшей по дому. Мы написали письмо в Кировсвет. А в Кировсвете что? На балансе не стоят данные опоры. 4 опоры, которые установлены. Только одна опора, которая находится у 4-го подъезда, она за счет собственников здесь. То есть, а чтобы их поставить на баланс, что нужно для этого сделать? Для этого город должен передать на обслуживание данной опоры. Ну, а дорога, она принадлежит вам или она принадлежит администрации? Дорога находится в пределах муниципальной территории. С жильцами дома номер 16 по улице Солнечной очень надеемся, что их многочисленные проблемы как можно скорее помогут разрешить ответственные службы. Оксана Стяжкина, жильцы дома, специально для программы «Вятка Тудей».